Добрый день. Предлагаю посмотреть, что у нас происходит на звездном небе, какие новости, так сказать, происходят там, наверху. Утро сегодня какое-то такое, может быть, немножко сложное. Вот в карте сегодня очень много красных аспектов, то есть такое напряжение будет у многих. Луна сегодня движется по знаку Лев и в конфликтном таком состоянии с Солнцем. То есть два светила, ночное и дневное, немножко, так сказать, будут сегодня не в лучшем положении. Поскольку Луна во Льве, предлагаю начать со знака Лев. Почему я так делаю? Потому что если всегда начинать с Овнов, то рыбы все время остаются последними, а это несправедливо. А начиная с положения Луны, каждый знак бывает и первым, и последним. Львы. Сегодня ситуация у вас будет напряженная, как никогда. И не только сегодня, но и завтра в том числе. Вот потом Луна выйдет из вашего знака, и все более-менее выровняется. Тем не менее, в хорошем позиции для вас Меркурий, то есть какие-то интересные новости вы можете получать в эти дни. Дева. Ситуация у Девы такая достаточно, с одной стороны, симпатичная, с другой не очень, потому что управитель Девы Меркурий находится в напряженном для них положении. Но это продлится недолго, пару неделек, и все уравновесится. Рекомендую, пока Меркурий находится в этой позиции, быть более внимательными к всей входящей к вам информации. Весы. А вот положение Луны во Льве очень симпатично для знака Весы. Мало того, оно еще создает хорошенький аспект к Марсу в Весах, поэтому очень благоприятно будет Весам-мужчинам. И вообще всем Весам, у кого в планах какие-то активные действия, самое время это начинать. В середине недели в ваш знак войдет Луна, еще больше усилит эту позицию. То есть, я бы сказал, неделя для действий. Скорпион. Сегодня и завтра скорпионы могут чувствовать эмоциональный такой дисбаланс, потому что Луна будет последовательно создавать несколько напряженных аспектов планетам, которые в скорпионе. Но это продлится недолго. Буквально вот уже со следующей недели Луна будет менять знак, и симпатичненькая у вас такая выстраивается ситуация. Стрелец. А вот стрельцам замечательно и хорошо. Луна во Льве даст какие-то такие яркие, интересные эмоции сегодня и завтра. Стрельцам рекомендуется в воскресенье, понедельник, вторник быть более сдержанными в своих проявлениях, потому что Луна не в лучшей позиции будет для них. Козерог. Сегодня так себе, а вот в воскресенье, понедельник, вторник какие-то очень интересненькие сюжеты прорисовываются в реальности козерогов. Луна в Деве обычно приносит козерогам какие-то приятные, интересные новости и даже симпатичные эмоции. Единственное, что козерогам опасно в связи с положением Марса, рекомендовал бы козерогам быть внимательным на дорогах, внимательных, если вы в спортзал ходите, и попробовать контролировать свое мужское проявление, то есть агрессия, движение, будьте более сдержанными. Водолей. Сегодня и завтра ситуация у Водолея может быть такая вот не самая лучшая, потому что Луна в оппозиции будет немножко выбивать Водолеев из равновесия. Продлится это недолго, уже со следующей недели все будет более-менее симпатично. А вот числа с 13-го Луна переходит уже в Весы, и у Водолея вот 13-е, 14-е, 15-е что-то будет очень хорошее в разных форматах, прежде всего в формате личной жизни. Рыбы. Рыбам следует приготовиться к тому, что в воскресенье и понедельник могут быть у них, ну, немножко волнительные. Луна будет в оппозиции, поэтому я бы не рекомендовал назначать на понедельник и половина вторника каких-то серьезных важных дел, потому что вам немножко будет мешать эмоции. А потом замечательно и хорошо. Овен. Вот так же, как стрельцам, сегодня у Овна может быть какие-то очень интересные, такие яркие вспышки. Луна у нас ведает в ряде прочего эмоциями, то есть что-то приятные эмоции какие-то могут происходить. Но опять-таки, еще ближайшие пару недель, пока Марс в оппозиции, будьте более сдержанными, если вы за рулем, будьте более внимательными. Телец. Сегодня и завтра ситуация у Тельцов может быть немножко напряженная. Луна во Льве так-то не очень симпатично смотрит в сторону Тельцов.
Зато в воскресенье, понедельник, вторник Луна будет в знаке Дева, и это прекраснейшая позиция для Тельцов. Вот особо важные дела наметьте себе именно на эти дни. И учтите следующее, пока Венера в оппозиции к вашему знаку, а это еще недельки 3. Внимательность и осторожность с финансовыми потоками. Близнецы. У близнецов полностью наоборот, то есть как раз в воскресенье, понедельник, вторник дни будут напряженные для близнецов, поэтому лучше важные дела перенести на момент перехода Луны в знак Весы, то есть где-то 14-15 делайте все свои дела, все у вас более симпатично получится. Мало того, по-прежнему, как и на прошлой неделе, так и сейчас Меркурий в оппозиции, будьте внимательны к информационным потокам. Не вся поступающая к вам информация будет соответствовать истине. Знак Рак. Самый такой сложный знак, самый, я бы сказал, глубокий знак. Ну, пока вот Юпитер, Венера, Солнце находятся в Скорпионе, Раком будет только хорошо. Сегодня может быть немножко волнительно, потому что лунное движение имеет большее значение для Рака, она такая вот в красных аспектах вся. Но тем не менее ситуация у Рака в целом будет всю неделю благоприятная. Единственное, будьте аккуратны с эмоциональным фоном своим 14-15 ноября. Вот примерно такая ситуация сегодня происходит. Желаю всем, независимо от знаков зодиака и положения планет, удачи и до новых встреч!